Всем приветик, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня пришел на такую ледяную реку повзрывать для вас супер классных петард. Смотрите, целую коробку сюда притаранил с различными ракетами еще. Вот. Есть очень много разных петард, поэтому давайте приступим ко взрывам, посмотрим, как они взрываются. Так, начнем давайте с вот таких малышей двух. На несколько взрывов. Так, беру зажигалочку. И погнали. Так. Блин, положили ее в снег. Начало так себе. Так. Так, есть такое дело. Погнали. Так, ну что, посмотрим, есть здесь рыба или нет. FP3. Класс. Так, давайте выберем петарды, которые повзрываем. Вот. Давайте вот эти. Испаночки. Так, как-то сяду поближе, чтобы вам было еще лучше видно. Так, давайте пиратку маленькую. Вон она, ее видно. Вот это бомбануло. Есть. Неплохой взрывчик. Так. Давайте вытягиваем все, что здесь у нас есть. Так. Роза со взрывом. Вот так вот взял поудобнее. Класс. Пока взрывы идут хорошо. 200. Отлично. Black Devil. Черная жижа, смотрите. Просто целое пятно. Мул. Ил. Так. Затухло. Да ты шо, течением так сносит жестко. Класс. Так, К-05. Булькнуло и все. Вот так вот, ребят. Так, ничего, у нас есть вот такие классные штуки. Grand Mouse называется. Давайте 3 штуки возьмем. Не есть взрыв. Ух ты, шо. Так, теперь вот такие мышки. GM1. Но это не GM1, это другой артикул производитель. Затухло, жаль.
Ё-моё, это затухло. Странно, обычно они не тухли. Пошла. Так. Давайте вот таких бабахнем несколько штук. Так, что у нас тут? Ой, чуть не потерял. Давайте вот такую большую. Посмотрим, как она рванет. Crazy Robots. Очень мощно и хорошо видно. Так. Crazy Man. Ты что, накрыл волной нас? Вау, вот это я понимаю, взрывы. Клевые. Так. Станешь крекер 2. Класс. Обожаю такое. Так. Давайте теперь вот эти. No Limits. Так, FP3. Забыл, что она не тонет. Так, теперь No Limits. No Limits тоже не тонет. Ты шо? Напишите, какой взрыв вам показался самым мощным сегодня. Вот. Давайте дальше. Что-нибудь такое повзрываем интересное. Есть ракетки, свистульки. Будут они летать под водой или нет? Давайте проверим. Нет. Блин, я это просрал. Капец. Блин, все три просрали. Все, ракетки больше не беру. Так. Давайте такую ракету без палочки. Это точно не просрет, наверное. Ты шо, хорошо пошла? Отлично. Так, давайте одну с палочкой закинем. Есть красивый взрыв. Так. Предлагаю забабахать Корсар первый связочкой вот такой от Золотого Дракона. Давайте его где-то тут бахнем. Так, выйду подальше на место. Открытое. Так. Вот здесь, думаю, будет самый раз. О! Хочется бахнуть связку, а то уже надоело в воде взрывать. Напишите, какой Корсар первый вам больше всего нравится. Вообще, какие вы покупаете. Вот, я разные взрываю. Напишите, может быть, из таких, как я взрываю. Или свои какие-то, какие вам больше нравятся. Интересно, какой вам больше всех понравился. Потому что мне вот этот дым не нравится, но он уже нигде не продается. Вот, его связкой классно взрывать, видите? Вот так вот. И дымит он очень классно. Еще взрывается. Отлично. Так, ну что, пойдемте повзрываем в воде еще петард каких-то. Так,
Давайте что-то выберем интересного такого, что мы еще не взрывали. Громовицы можно на суше бахнуть. Корсар 6 попробуем в воде. Так, только вот этот с лучшим фитилем. Давайте блиц закинем. И маленький треугольник. Так, берем все это в карман. Блин, чуть не упал. Так, громовицы. Сюда их. Есть такое дело. Так, давайте возьму мощных петард. Хочу вот эти штуки повзрывать. Так, возьму вот таких две. P6000. Так. Просто разнесло. Так, теперь вот эту. Кучки. Когда-то такие взрывал, но они были замерзшие. А сейчас я заметил, отлично. Можно повзрывать. В общем, если хотите, я повзрываю в следующем видео здесь. Как кучки есть, а остальное на поле позрываем. Будет интересно. Если захотите, пишите. Я обязательно позрываю такое. Ну, я и так сниму такой ролик. Просто чем быстрее... давайте наберем как можно больше лайков под этим видео, и я сразу его выпущу. Ты что, полетел? Шикардос. Так. Берем треугольник. Давайте тут его... Ух, лупанул так лупанул. Хорош, черт. Так, корсар 6. Ну, давайте в воде бахнем его. И затух. Что ж, что поделать. Так, давайте тогда мощную петарду какую-то бабахнем. Что у нас тут, корсар 16 или корсар 16 оставим на норы. Давайте взорвем корсар 12 здесь. Думаю, будет очень интересно. Так, ну что, бросаю. Ложим. Капец. Упал и затух. Что это такое за подлянка? Давайте тогда вот такой биг-бум. Лютый взрыв. Блин, знаю, вблизи это просто жесть. Такая отдача, грудь. Вообще просто, смотрите, какая волна. Из пузырей. В общем, надеюсь, вам такой ролик понравился, ребят. Кто хочет продолжение в воде, пишите слово «хочу» в комментарии. Или пишите «вода», «взрывы в ледяной реке» и тому подобное. Я по комментах буду читать. Кто хочет взрывы вот этих горочек, таких с земли, что кроты нарыли, обязательно напишите. Чем больше будет таких комментариев, тем быстрее я выпущу данный ролик. Вот, я стараюсь запоминать, что вы просите, но не всегда успеваю вовремя выставить видео, которое вы хотели. Потому что они пока загрузятся, пока их там YouTube разрешит к просмотру и все такое. Поэтому, ребят, некоторые видосы уже загружены, но ждут своего времени. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Подпишитесь на второй канал, ссылка на второй канал будет тут, также внизу в описании. На втором канале выходят тоже классные топовые видосы со взрывами разной пиротехники, думаю, всем понравится. Напишите, что думаете по поводу таких петард, по поводу сегодняшних взрывов, как вам, предлагаете, что еще такого повзрывать интересного, а я буду для вас снимать. Смотрите, здесь 4 видео, они тоже классные, может быть, вы их еще не видели. С вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр, пока-пока, до новых встреч.